Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ну что, в прошлом видео вы попросили снимать побольше монет, не только путешествий. Так что в этом видео вы увидите, во-первых, 1 гривну, которая была продана за 17 525 гривен на аукционе Виолити. Я покажу и расскажу, почему она столько стоит. Также сейчас уже в сети появились фотографии новой гривны 2020 года. Расскажу, сколько она стоит и стоит ли ее искать и откладывать себе в коллекцию. И покажу очень интересный красивый лот на аукционе Виолити. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Друзья, я на своем канале уже рассказывал, что у украинских монет была очень интересная история их появления. И, конечно, благодаря этому раритеты реально попадают в оборот и их находят. Это и английский чекан, и какие-то пробные монеты, и монеты, которые выходили только в наборах ежегодных, но мы встречаем их в обращении. Прямо сейчас вы видите перед своими глазами монету номиналом 1 гривна, и со стороны выглядит очень обычной монетой, которая может попасться всем нам в обращении. Но в чем особенность этой монеты и почему ее цена сегодня на торгах достигла больше 17 тысяч гривен? Конечно, особенность именно этой монеты – это ее год, так как это монета с гладким гуртом и она считается пробной. На ней дата 1992 года. Существует много разновидностей монет этого года, именно разновидностей монет 1 гривна 92 года, есть и с разными гуртовыми надписями. Если тема интересна, я расскажу в более широком таком обзоре. К сожалению, именно этой монеты у меня в коллекции пока нет, но сейчас, в момент кризиса, многим нужен кэш. Многие компании, бизнесы, частные предприниматели сейчас остановили свои бизнесы, потому что карантин, и нужно закрывать какие-то свои обязательства, долговые. И поэтому какие-то монеты, которые, возможно, не хотелось продавать, или, возможно, были в дублях, или, возможно, ждали своего времени, именно сейчас появляются на аукционе. Так что для коллекционеров это отличная возможность купить что-то на аукционе. Я рекомендую аукцион Виолити, потому что здесь всегда лоты проверены, всегда есть эксперты, которые оценят, отпишутся, если лот подлинный. Конечно же, если лоты не проходят проверку, их удаляют и блокируют таких продавцов. Именно поэтому я покупаю на этом аукционе все свои монеты. Друзья, так что советую, ссылочка будет в описании. Давайте посмотрим на фотографии именно этой монеты. Состояние довольно хорошее, то есть в коллекцию такую монету положить можно. Нет никаких забоев, нет никаких дефектов данной монеты. Также эксперты отписали, что все хорошо. В свое время, когда на заводе, Луганском станкостроительном заводе, тестировали оборудование, вот такие гривны появлялись. Давайте перейдем к монете гривна 2020 года. Да, наверняка вы хотите положить уже эту монетку к себе в коллекцию. Но, друзья, на самом деле эта монета будет выходить, скорее всего, огромным тиражом, потому что сейчас изымаются банкноты, которые просто-напросто выходят из оборота за счет своего состояния. И эта монета, скорее всего, не будет нести какой-то суперколлекционной своей интересности или раритетности. Возможно, если какой-то будет брак или двойной удар, или непрочекан очень сильный и явный, такие монеты будут, конечно, интересны коллекционерам. Но в данном случае эта монета в обычном состоянии, у нее будет тираж огромнейший. Во время карантина, конечно, монет не так и много сейчас нам поступает, и мы не так много совершаем операций, но в целом, я думаю, вы сможете себе такую монетку положить в коллекцию и просто закрыть, скажем так, этот год. Также будем ждать появления монет номиналом 10 гривен. Конечно, даты пока Национальный банк нам не сообщает, но я думаю, монетка тоже не заставит себя долго ждать и появится у нас, скажем так, в обращении, заменяя бумажные деньги. А сейчас я хочу показать вам тот лот, про который я говорил в начале видео. Посмотрите небольшой видеосюжет. На аукционе Виолити представлен великолепный экземпляр престольного Евангелия, напечатанного в 1913 году в типографии Киево-Печерской Успенской лавры.
Книга в отличной сохранности. Экземпляр полный с золотым обрезом. Данная книга имеет музейное и историко-культурное значение. Является прекрасным образцом творчества мастеров золотого и серебряного дела. Имеет несомненную художественную ценность и представляет интерес для коллекционеров. Ссылку на лот вы найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до нового видео. Пока, друзья!